Тактильная плитка – главный маячок для слабовидящих, чтобы комфортно и безопасно передвигаться по улицам Владивостока. Руководитель городского общества слепых совместно с дорожниками краевой столицы проверили, как ведутся работы по замене тактильных указателей, установленных в прошлые годы. Тактильная плитка, где была установлена в прошлые годы и разрушена сейчас, мы ее, естественно, меняем локально, полностью где-то меняем. Плитка, где у нас еще действует гарантийное обязательство, мы непосредственно ведем работу с подрядчиками по ее замене в рамках гарантийных обязательств. В этом году мы ужесточили требования к качеству тактильных указателей, все работы находятся под контролем. Руководитель городского общества слепых Светлана Кретинок, пройдя с дорожниками маршрут в районе Второй речки, отметила, что работы по замене указателей проводятся на должном уровне. Для нас, для незрячих людей, тактильная плитка, выложенная в нужных местах и правильно, является маячком, чтобы мы не заблудились, чтобы мы пришли куда нужно, чтобы мы чувствовали себя в безопасности. И работа ведется, достаточно активная, уже с 2014 года. В этом году вот мы сейчас посмотрели район Второй речки, тактильная плитка выложена, в принципе, она выложена правильно. И хотелось бы, чтобы работа в этом направлении продолжалась. Главный специалист управления дорог Денис Наумов сообщил, что работы по замене указателей будут проводиться и по другим адресам. Олег Завьялов, Анна Дьякова. Новости на Восьмом.